прежде всего, это было решение городского головы о ликвидации всех подобных, в кавычках, питейных заведений. Вы видите вокруг них, что происходит, и особенно в спальных районах, это ужас, там рядом невозможно находиться. В радиусе 300 метров вся территория имеет стойкий запах продуктов жизнедеятельности лиц мужского пола. Как правило, это сборище не совсем социально защищенных слоев населения, будем говорить так, чтобы никого не обидеть. И мэром было принято решение о ликвидации подобных заведений. Относительно разрешительных документов, разрешительный документ – это своего образа ширма. Как правило, 90% из этих заведений, они торгуют контрафактной продукцией. Огромное количество обращений об отравлении с алкоголем. Приезжают сотрудники полиции, они изымают продукцию, которую они торгуют, и потом собственники через 3-4 часа завозят опять новую, и все продолжается по кругу, по кругу. По большому счету, до этого момента это была борьба с ветряными мельницами, мы пробовали работать и с сотрудниками полиции, с налоговой, но каким-то видимым результатом оно не привело.